Многие уважаемые дамы и господа подписчики, с вами Сашка, привет вам. Это видео посвящается розыгрышу. Будем разыгрывать вот этот вот кейс. Какой раз, я не знаю, уже на самом деле перезаписываю. Вот, хочу кратко на самом деле сделать видео, вот, максимально емким, вот, чтобы было все прозрачно, понятно, что нужно будет сделать в итоге, чтобы получить вот этот вот набор. Он у нас один, поэтому один будет счастливчик. Вот. Но опять же, может быть и ты, да, ты станешь этим счастливчиком. В общем-то, этот кейс, да, набор, как хотите называть, в принципе, я буду называть его кейсом, да. Что в нем вы попозже увидите, на самом деле. Вот. Что он из себя представляет, да? С фонариком, ребят, фонарик работает, я, естественно, это продемонстрирую. Кнопочка в кл-выкл. Кл-выкл. Я это потом продемонстрирую. Легкий, удобный. Вот. Что еще? Ну, пластик, конечно, так себе, но все равно, опять же, для того, чтобы в машину там закинуть, либо велосипедистом в портфель, очень довольно-таки удобно. Вот. Давайте, на самом деле, перейдем к внутренностям этого всего добра, грубо говоря, да. Что мы здесь видим? Насадки, битки, удлинитель, маленькие отверточки, отверточка сама, ну, в принципе, удобно сидит в руке, что очень довольно-таки хорошо. Что-то у нас имеется непосредственно, трещотка, удобно, вот, туда-сюда обратно, все очень хорошо выполнено. В рукоятке непосредственно имеется место, куда мы можем закинуть все насадки, вот эти вот именно. Вот. Я уже не один раз проверял. Вот. Они все помещаются. Даже с переходником для вот этих бит. Вот. Что у нас имеется непосредственно, грубо говоря, из насадок. Три крестовых. Блин, плохо вам видно. Сейчас как-нибудь сфокусируем. В общем-то, ладно, не фокусируется. Три крестовых, три шлицевых. Три шестигранника, вот, и переходник. Так, это я вам показал. Здесь у нас имеются вот эти вот насадки, начиная от 5 миллиметров, от 5 миллиметров, заканчивая 12 миллиметрами. В принципе, опять же, очень удобно. Ну, все рабочие довольно-таки эти, ну. Рабочие размеры, вот. Нашелся подходящее слово. И есть непосредственно маленькие даже отверточки. Вот, я буду показывать их вам, ну, в таком порядке. Вот, вот две крестовых. Я сейчас постараюсь фокусировать, чтобы вам было видно. Так, фокусируйся. Вот плохо то, что очень плохо фокусируется камера. Мне пару раз... Такой пару раз, блин. Сколько раз я уже снимаю, да? У меня получалось фокусировать. Сейчас что-то... Не очень. Вот где-то... Где же тут-то вроде была-то? Эх! Ну, давай. Может быть, поближе их поставить друг к другу? Ох, ё-моё, ну давай, фокусируйся. Вот с этим, конечно, да, блин, проблематично, то, что камера плохо фокусируется. В общем, ребят, я не знаю, видно вам сейчас, не видно, но я как можно постарался на самом деле все сделать. Они фокусируются. В общем-то, две крестовых отверточки, да? Две крестовых маленьких отверточки.
В принципе, ну, удобно. Опять же, удобно, удобно. Вот. И две у нас получается шлицевых. Две шлицевых отверточки. Две шлицевых отверточки. И непосредственно, грубо говоря, про сам, ну, про все остальное, в принципе, у нас что тут осталось? У нас осталось батарейки. Вот. Батарейки я не буду класть, сразу же говорю. Почему? Потому что они по дороге там уже ну, сядут и сразу же расстроитесь. Вот, типа, Сашка фигню там нам прислал. Вот, там бла-бла-бла. Вот, чтобы вы не расстраивались, ребят, батарейки я не буду класть в комплект. Вот, так что не обижайтесь, на самом деле. Вот. Это мы закрыли. Это мы закрыли. Горит, горит тепленьким светом. Все классно. Все классно. Замечательно. Так. В общем-то, что нужно сделать для того, чтобы получить этот набор, да? Чтобы получить этот набор, вам нужно первым же делом подписаться на канал. Вот там она внизу кнопочка там. Еще рядом колокольчик, вот где-то вот в этом райончике. Вот. Второе, прожать лайк, опять же, в том же самом месте. Там будет такая вот пальчик вверх. Пальчик вверх. Ой-ой-ой, не в ту сторону. Не в ту сторону. Вот пальчик вверх поставить. Вот. Третий момент. Третий момент. Что вам нужно опять же будет сделать? Это внизу, там внизу, в комментариях написать что-то либо. Вот. И непосредственно, грубо говоря, оставить там какой-то либо контакт, чтобы я опять же с вами лично связался. Там мы обсудили доставку. Вот. Куда, грубо говоря, придется это все отсылать. И что? Да, в принципе, все, ребят. Вот. Опять же, повторюсь, первым же делом надо подписаться на канал, там внизу будет подписаться и колокольчик поставить. Второе, это комментарий. Третье, это лайк. Желательно, конечно же, подписаться на группу ВКонтакте, Дискорда. Ссылочки, они будут в описании. В описании они будут. Так что проходите. Вот. В описании, на самом деле, там еще будет. Еще раз я напишу, что нужно будет сделать для того, чтобы участвовать в розыгрыше. Вот. Розыгрыш я пока не знаю, когда планирую, но вот наберется определенное количество, да, предположим, там комментарии, лайков, просмотров, там это все вот наберется и непосредственно, грубо говоря, разыграем там либо отдельный стрим сделаем по розыгрышу, либо я там возьму, там поставлю, предположим, игру на паузу и будем разыгрывать, в принципе. Ребят, не знаю, мне кажется, вот мне кажется, да, в принципе, сам по себе набор, ну, реально зачетный. Реально зачетный набор. Почему такой набор себе не иметь, там, предположим, той же самой машине, либо там еще где-нибудь, на самом деле. В портфеле, опять же, для велосипедистов очень довольно-таки удобно. Оно, ну, конечно, немножко гремит, но ничего страшного. Ну, набор-то сам по себе хороший. Вот, конечно, пластик можно было и получше. Ну, я думаю, в принципе. Да не, даже такой пластик нормальный. Я думаю, автомобилистам реально это понравится, на самом деле, этот набор очень сильно. Поэтому, еще раз повторюсь, подписываемся на канал, ставим лайк, ставим комментарий, все это у нас внизу. Вот, подписываемся на ВК, Дискорд, ссылочки они в описании. Вот, выберем день там определенный, я там подумаю, когда точно, разыграем эту вещь, то бишь кейс. То бишь набор вот этот вот, не знаю, прям мне очень сильно нравится, на самом деле. Я себе такой один оставил, серьезно говорю, себе один такой оставил. Вот по поводу насчет батареек, опять же повторюсь, то что я их туда класть не буду, вот, для того чтобы они тупо не сели, когда доедут до вас. Вот, как бы не обижайтесь, ребята. Еще раз всем большое спасибо, кто посмотрел. Вот. Всем пока, увидимся на стриме. Как-то вот так вот. Отдыхайте. Всем хорошего настроения.